Витос, натяни ко мне ёбочную.
Если я же не могу обойти. Дорогие друзья, и вновь мастера бильярда в прямом эфире. Мы представляем Кубок мира, дисциплина «Свободная пирамида». Напомню, что это единственный турнир, все матчи которого вы можете увидеть в прямом эфире. Турнир открывает Диана Миронова, и мы поздравляем ее с 8 марта. Россия. И Владислав Родионов, Беларусь. Матч идет до 6 побед. Удачи. Стойте, пока ничего не делайте. Диана, начало большого турнира. Вы опытнейший боец. Какие ощущения, волнение, уверенность? Ну, хотелось бы как-то понять. Ощущение праздника. Праздника не только, что сегодня 8 марта, а что у нас вновь, благодаря Федерации бильярдного спорта России, проходит такой замечательный турнир. И я, конечно, выражаю благодарность за то, что мне доверили честь участвовать здесь. Ну, по-другому, наверное, не могло быть. 8 марта кто еще может открывать турнир? Ну, видимо, это мне такой подарок сегодня. Надеюсь, подарить зрителям красивую игру. Какое-то волнение в связи с тем, что будут показывать в эфире, это как-то добавляет вообще нервозности или, наоборот, ответственности? Да нет, это наоборот добавляет удовольствие, что у меня сейчас очень много друзей и болельщиков возле своих экранов сидят и смотрят, болеют. Пользуясь случаем, передаю всем привет. Ребята, привет. Большое спасибо, что сидите, болеете. Буду стараться для вас. Турнир долгий, может быть, и зрители даже вернутся? Почти уверена, что сейчас у нас еще, может быть, будет мало зрителей, но в последующие все матчи их все будет больше и больше. Спасибо, спасибо. Удачи. Спасибо. Владислав, вы не участвовали в предыдущем турнире, на этот раз вы дебютант. Какие в связи с этим ощущения? Ну, очень приятно, что позвали на такого уровня турнир, постоять, показать хороший бильярд, оправдать ожидания. Первый соперник, женщина Диана Миронова, легенда. Раньше с ней еще не играли. Как-то это добавляет мотивации или... Да, на самом деле нет. Ну, первый раз вообще играю с Дианой. Вообще первый раз играю с девушкой в бильярд на каких-то соревнованиях. Поэтому интересный тоже опыт. Посмотрим, как получится. Цель на турнир какая? Показать достойную игру или замахнуться на максимум? Нет, в первую очередь показать хороший бильярд, максимально, насколько способен, и не огорчить друзей, близких, которые будут следить, смотреть, показать хорошую игру. То, что будут показывать в прямом эфире, это добавляет нервозности или, наоборот, хочется показать себя во всей красе? Не, ну чуть-чуть, конечно, есть. Минимальное волнение, думаю, у всех оно есть перед камерой, но вполне нормально, терпимо. Будем играть, показывать. Сегодня 8 марта, но это ничего не значит для этого матча. Никаких подарков женщинам. Ну, не знаю, посмотрим. Может, если проиграю, то, может, подарок будет, не знаю. Спасибо.
Удачи. Спасибо. Здравствуйте, мы приветствуем всех любителей пирамиды. Кубок чемпионов, второе издание, начинается именно сегодня. Конечно, это волнительный момент, ну а открывать это противостояние будет вот такая пара. Вместе с вами за всем происходящим будут смотреть комментаторы. Александр Пухленко, вице-президент конфедерации пирамиды, и я, Алексей Михайлов, знакомые все лица. И голоса, надеюсь. Да. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, надеюсь, интересный матч предстоит нам увидеть. Поэтому будем надеяться, что мы увидим зрелище. Встречаются впервые, так что это всегда добавляет нервозности. Но каждый из участников, конечно же, будет в первую очередь рассчитывать на свою собственную игру. Внимательно Диана сейчас посмотрела. Ага, вот. Заметил, что пирамида стоит неплотно. Очень важно, чтобы шары стояли плотно друг к другу, потому что от этого зависит эффективность первого удара. Разбой пирамиды. Ну, может, слово «разбой» не такое удовольствие, но, тем не менее, это бильярдный термин. Его используют игроки и комментаторы, поэтому будем смотреть, как разобьет Диана. Мы уже говорили, что это очень важный элемент, но от этого складывается, ну, конечно, нельзя сказать, что прям вся партия, но очень важно забить разбоя. Ну и надо представить судью Юрий Сагайдак, как бессменный судья турнира, обслуживает матчи этих турниров. Не забивает Диана, но отметим очень мягкий разбой пирамиды. Аккуратный. Аккуратный, да, пирамида не раскатилась. Но есть чего начать. Вот стоит парочка. Если ее сильно с прокатку сыграть, то, наверное, можем подбить пирамиду. В принципе, задача игрока не просто забить шара, а подумать о том, что он будет дальше делать. То есть наиграть себе позицию. Ну и вот первый подход. Ага, видим. Вот если поверху шара дать, и можно так рассыпать пирамидку. Она разобьется на отдельные парочки. И можно что-то с этого будет поиметь. Тянуться далековато. Да, побоялся. Владислав. Отличный удар. Настроен на победу. Надо сказать, что первый удар у игроков обычно все-таки такие немножко более осторожные. Ну, надо представить Владислава Родионова. Он из Белоруссии. Причем он лучший сейчас там на данный момент. Три или четыре даже последних национальных шесть. В его активе шесть побед на чемпионатах, да, Беларуси. Но на международном уровне пока у него громких успехов все-таки еще не было. Был, по-моему, Кубок Минска открытый. Это, в общем, международный турнир. Но все равно играл дома, скажем так. Согласен, да. А на выезде он, ну, вот тяжелый удар через мост. Сыгрывает, молодец. Но тяжело играть против девушки 8 марта. И, кстати, не то слово. Именно этот вопрос я и задавал как раз в интервью. Какие-то подарки будут? Он говорит, ну, если проиграю, то это будет подарок. Чувство юмора – это всегда хорошо. Так, ответственный удар. Будет подбивать пирамиду или нет? Вот с этого удара можно подбить остатки с пирамиды. Не так уж много шаров там осталось, но улучшить себе позицию. Забивает, четко и подбивает пирамиду, как и хотел. И смотрим, что есть. Ну, что-то здесь, тут выбор большой, скажем так. Выбор большой, но такого, чтобы прямо в лузе стоял шар, нет, все шары рабочие. Ну, в серединку свечка, наверное, да. Ну, есть над чем подумать, тут и парочка в нижний угол смотрит прямых. И все-таки именно этот выбор. Тут уже кто что любит. Четко реализует все возможности, да. Именно с подбоем, с улучшением позиции. Ну, в принципе, так и надо играть в свободную пирамиду. В простонародье она называется американка. Многие любители знают ее как американка. Левый винт и шар вкручивается в лузу, но в данном случае винту не надо было работать, поскольку шар четко по центру лузы зашел, не коснувшись губок. То есть винт дается на всякий случай, если шар заденет губку, он как бы вворачивается в лузу. Ну что? Ну и вот только теперь свой в среднюю.
Чужой. Нет, чужой. Чужой. Даже. Еще и в прокаточку. Поверху шара будет бить. И второй шар будет идти вперед к лузе. Смотрим. Удар и пошел шар. Пошел, пошел, пошел и пришел. Да, заявка. Заявка на победу в первой партии. Что, как говорится, 8 с кия. Ну, это очень важно. Это очень важно. И это свидетельствует о таком моральном настрое высоком. Я разговаривал перед началом матча с Бауровым. Это тренер Дианы. И он сказал, что соперник очень опасный, очень амбициозный. Какой он сейчас великолепный удар сделал. Да. Просто подкатил в самую угловую лузу. Молодец. Очень. Битва сегодня будет. Должна быть битва. Ну, Диана боец. То, что она проиграла. Ну, она под серьезным давлением сейчас находится. Ну, это понятно. Одна ошибка, неудачный разбой, и больше ее к столу не подпустили. Ну, в общем-то, если так говорить, то она является фаворитом матча. То есть многие, конечно, ну, скажем, ставки на нее, поскольку все-таки восьмикратная чемпионка мира. Это было до матча, да? Сейчас уже немножко, наверное, картина меняется. Ну, по одной партии сложно судить, поскольку очень много нюансов есть, которые могут переломить ход встречи. Например, у Вячеслава застрянет очень важный шар в лузе. И Диана скатит 8 шаров. И ровно ситуация поменяется кардинально. Поэтому тут посмотрим. Начало за Владом. Но начало за Владом, согласен. И, в общем-то, надо сказать, что он дебютант. Дебютант турнирует. Практически все участники турнира, они уже играли в телевизионных проектах. Они играли в финалах чемпионата мира. То есть у них очень богатый опыт вот таких важных встреч. И Владислав молодец. Не дрогнул, не растерялся. Ну, посмотрим, как разобьет Владислав. Поскольку разбой является также такой лакмусовой бумажкой его настроения. Кстати, Владислав не пошел смотреть пирамиду, он доверяет, судье. Да, потому что может быть зря. Сейчас посмотрим на разбой. Да, ну, не очень аккуратный разбой. Разбой был на, как сказать, наверняка на забой. Ну и... Закусила луза. Да, в общем-то, попал он сантиметров 5. Чтобы закусил, это надо попасть в губки. В губки он не попал. Ну, посмотрим. Надо отметить, что стол новый, абсолютно неизвестный. Ну, да, конечно. Строгий, да, естественно. Да, поиграли игроки перед началом турнира. Но сукно новое, стол неизвестный, поэтому... Понять раскат, почувствовать его, да, ох, это важно. Диана пыталась достать шара, который очень сложный, но поняла, что не стоит рисковать. Минута дается, да, на удар после разбоя? Минута после разбоя, да, после разбоя, да, потом 35 все, секунд. Да, дальше все уже очень острый угол, очень острый угол атаки. Да, и не забивает Диана. Ну, такой не самый легкий удар выбрала Диана. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, чем ответит Владислав. Свой в середину, по-моему, там намечается. Да, свой в середину. Какой-то плотности не хватило, да, похоже, удару как-то? Да, боюсь, точности. Точности. Очень острый угол был, очень, очень сложный удар был. Ну что, на сильном будет, на сильном ударе играть Владислав? Или на... Нет, носи. Опа-па-па-па. Вот. Дрогнула рука. Дрогнула рука. Шар-то был легкий. Я думаю, тут... может подбить пирамиду, как, ну, улучшить позицию хотел Владислав. Ну, тут Диане-то надо наказывать уже все-таки. Ну, в общем, да. Свой-то был практически стопроцентный. Казалось так. А выяснилось... Опять Диана тянется. Опять Диана, да, и не дает покоя ей. Ну, это фантастика. Это ж надо. Очень. Чудеса гибкости демонстрирует Диана. И отличный удар с выходом. С выходом в угол. Надо сказать, практически одногодки. Диане 24, Владиславу 23. Да, он даже помоложе. Ну, с Диана начала играть 8 лет. У нее, кстати, больше стаж. А Владислав 12. Ну вот, уже такие пошли более уверенные удары. Я думаю, что ошибка с ВК в середину может дорого стоить, ну, Владиславу. Партии, как минимум, это свободная пирамида. Да. Чуть-чуть перекатило. Мне кажется, тещу надо брать, чтобы попытаться еще сыграть, чтобы несколько шаров сыграть в верхнюю левую лузу.
Опа, вот такой вариант еще может левой быть. Рукой. Левой рукой. Молодец, просто молодец. Ну что, давится этот шар или плотно? Ну, он не просто давится, он еще и накатывается. То его не надо даже давить, поскольку, я так понимаю, там пару сантиметров есть. Но с другой стороны, шаров уже много. Может, и не стоит рисковать на тихом бить. Да, на сильном. Это очень правильное решение. То есть можно было попытаться накатить, но можно было бы ошибиться и получить партию. Что дальше? Мы, кстати, не видели еще ни одного удара по отыгрышу. Ну, подождите, будет еще. Все еще будет обязательно. Но, все впереди. Надеюсь. Мы, кстати, очень интересный матч. Элина Нагула играла против Дмитрия Белозерова. Там была целая история с отыгрышами. Да. Еще шар в активе Дианы. В середину выкатится. Прицельный шар катится. Нет, не выкатился. Нет, не поднимается. Так, сколько у нас шаров? Так, 5, 10. Значит, 6-0, да? 6-0. Ну, еще парочку нужно найти здесь Диане. Чужой в среднюю. Через шара. Ну, я считаю, это как испытывает терпение болельщиков Диана. То есть, кто за нее сейчас ставки ставит, болеет. Ну, конечно, удар такой при счете 6-0. Зачем? Еще мешал шар. Да, 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 не было смысла. Но Диане виднее. Все-таки восьмикратная чемпионка мира. Нам-то проще сидеть здесь. Мы ничем не рискуем. Чем ответит Влад? Владу надо собирать серию. Надо по одному шару тут бесполезно играть. Тут надо играть с выходом. Надо собирать хотя бы шарика 4, чтобы зацепиться. Тоже с прокатом нужно тогда играть? Немножко с остановкой такой. Вот, под низ и вперед. Да, он прокат, но с нижним винтом. Не с верхним, как он перед этим говорил, а чуть-чуть нижнего, и шар мягко идет вперед. Но перекатил. Свояк-то, да, может, но здесь упасть? Да, хотел подкатить в самую. Нет. С приездом сумулил. Похоже, это партия. Ну ладно. Посмотрим. Все-таки надо два шара. Один-то четко видно. Вот, вращения не хватило. Винта, да? Вот винта этого? Бы побольше винта, тогда бы шар меньше отскочил и как раз бы в лузу угодил. Смотрим. Ох, какой нижний винт мощный. Ну что, 7-1, я так понимаю. Ну и битком свояка или что, я даже не понимаю. Свояка желтого. Да, 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 битком, ну, я так его назвал, обозвал. Нет, по-прежнему Владислав еще в игре. Еще какой-то как, шанс как у него остается в этой партии. Есть поговорка в бильярде, да? 7 не 8. 7 действительно не 8. Сколько случаев было? И 7-0, и 7-1. Тем более в американку. Ну, кроме вот этого чужого-то больше и нету никаких вариантов. А тянуться тоже далеко. А свой в левый свой нижний угол. Сюда. Да. С подбоем как раз можно сыграть, ну, может быть даже. Может быть будет, может не будет подбой, но в любом случае это, наверное, оптимально начинать с этого шара. Нет, подбоя не будет. А в серединочку? Слабовато. Слабовато. Не самый сильный раскат на столе. Это что, надо, опять свояка будет играть или отыгрывается все-таки? Похоже, играет. Отличные шары. Вот если сейчас в замедленной съемке посмотреть, шар немножко по дуге идет. То есть он отскакивает за счет верхнего вращения, получается небольшая дуга. То есть шар не... Вот мы сейчас увидим. Вот, шар немножко как по дуге идет. Удар. Мощный верхний винт. Ну что, чужой там на дальней половине? Ну, терять-то нечего уже, да, надо смело играть. Нет, не забивает Владислав. И. Ну, наверное, свой в угол. Левый верхний. И на этом партия будет закончена. Ну, не должна Диана таких мазать. Шар близко к борту, но зазор есть. Я думаю, мощный. Либо, скорее всего, правый верхний винт. Ну, тут, в принципе, можно и налево, можно просто поверху. Тут уже кто что любит. Опа, тонко.
тонко попадает. Неожиданно. Диана. Она как-то с сомнением подходила, да, к этому что-то, удару? Да, что-то было. Что-то ей не нравилось. Ну, немножко близко шар к борту стоял. Даже на отскоке здесь пыталась. Да, но он все равно его игрался. И игрок уровня Дианы Мироновой, ну, должен такие шары, как орешки, щелкать. Но не забываем, это первый матч. Стол все-таки естественно, новый, естественно. Волнение. Ну, в принципе, всегда бывает, что первые 2-3 партии игроки нервничают, совершают ошибки, потом кто-то первый ловит вот кураж, и все, и начинается игра с большой буквы. Да, вонзает шара Владислав, и смотрим на ситуацию. Четко реализует. Ну, просто забивал. Не думаю, что Владислав хотел какой-то конкретный выход сделать. Свой в середину. Что? Или свой в угол. Желтый в середину. Нет, что-то не нравится. Или желтый в угол. Да, тут два варианта. Желтый? Дело в том, что камера немножко... Вот этим. Я так и не... Но тоже тут дуга серьезная должна быть. Ну... Сейчас увидим. Как раз ракурс. Ох, нет, просто в отскок играл без дуги. Просто на прямом ударе. Дмитрий Белозеров, кстати, любит такие шары играть. Дотянется? Или тещу надо брать? Удлинитель. Так, ну это вот как это, наемный убийца накручивает глушитель. Так, профессиональный игрок накручивает удлинитель. Тем самым удлиняя кий. 13-й. Просит, да, умоляет, да, да, чтобы... Да. Ну, для кого-то 13-й несчастье, для кого-то счастье. Тут вот с какой стороны подойти, теория относительности. Да, забивает шара. Спокойно. Причем еще желтый выкатывается в середину, да? С продолжением. 1-1. Интрига. Ну что ж, боевое начало. Скоро продолжим. Ну что же, разменяли две первых партии. Счет ничейный. 1-1. Ну, начало мне показалось за игроком из Беларуси. Вторая партия была более нервной. Да, упустил свой шанс, не забил довольно легкого свояка в середину. И счет стал 1-1. Разбой Дианы не пока точен. Никому и... не удается. Разбой очень-очень нехороший для Дианы, поскольку много тут парочек разных. Ну, вопрос, что выбрать. Минута есть у Влада на то, чтобы построить эту... Ну, вообще, правый нижний стратегию. Угол стоит пара явно. Причем она, по-моему, совсем прямая. То есть можно накатывать биток. Нет, похоже, с нижним винтом хочет играть. Что-то не нравится. Странно. Ох уж эти муки выбора. А что ему не понравилось? Такое ощущение, что что-то помешало ему, ну, подготовиться. Нет, все равно вернулся. Под низ бьет, с оттяжкой, странно. Ну, может быть, они не совсем прямые, может быть, это телевизионная картинка немножко. А куда оттяжка? Оттяжка-то, в общем-то, в никуда. Да, слишком сильно.
Ну, с другой стороны. Может быть, он открывал что-то там, какую-то... Да вот не видно ничего. Линию огня. Так. Ну, может, и правильно. На нижнем винте, на плотном ударе проще забить шара. Естественно. Как это говорится, без лирики. Просто на забой. В принципе, тут просто стоит 4-5 шаров, просто забить без выхода. Может быть, надо и таким путем действовать. И надеяться, что где-то еще позиция, да, будет... Ну, хотя, конечно, такая игра, она немножко примитивная, она обычно все-таки не дает результат. Все-таки надо где-то выходить, где-то подбивать, где-то улучшать позицию. Вот тут уже попытка оставить биток на игре. Тянуться далековато будет. Ну, биток – это шар, по которому бьет соперник. Такой небольшой ликбез, поскольку, надеюсь, у нас... Много смотрят любители бильярда, которые сами, может, не играют каждый день, и для них, может, некоторые термины непонятны. Поэтому мы периодически будем проводить такой ликбез для новых зрителей. Еще шар в лузе. Ну вот это уже был выход. Играл с левым ментом, с переводом на нижнюю правую лузу. Ну, не совсем то получил, что хотел. Но, тем не менее, шар в лузе. Серия продолжается. Да, чужие. Так, 4-0. Пока безотказно. Время-то идет, надо уже бить. Неужели проходит-то? Нет, шар-то проходит, но не сам. Ух ты! Практически без прицела. Не хватало времени, цейтнот был, как да? Говорят, от плеча, да? От плеча. Ну что, подход Дианы? Подход Дианы. 4-0 впереди. Влад. Чем ответит Диана? С чего она начнет? Такой дальний удар. Его можно не просто забить. Опа, левый винт. Мы видим, как шар вращался. Наверняка она била без винта. Диана делала выход еще. Она оставляла биток. Но просто я думаю, что этот удар бьется по центру шара. Вот мы смотрим, видим, биток вращается вокруг оси. Значит, не попало в центр. Попало чуть-чуть с винтом. Соответственно, шар снесло. Я думаю, в этом и была причина промаха. Непростой шар был, конечно. Но зато, если бы она четко сыграла, то свой можно было бы оставить в лузе. Но это дает кислород. Это довольно приличный кислород дает Владиславу. И Владислав приближается. Выхода нет, но преимущество уже серьезное. Ну, при таком счете, может, уже и выход-то. Уже практически что у нас? 6-0. И тем не менее, два шара-то нужно где-то еще найти. Это точно. А ничего вот такого, ну и для, для Дианы довольно сложная ситуация. Что набрать 6 шаров в такой ситуации тоже сложно. Ну, понятно. То есть раз, два, три, четыре шарика лежат, 5 бортов. Остается, а времени-то уже совсем нет. Хватит вообще? Что? Ну, судья за 10 секунд должен говорить фразу «время», и у игрока остается 10 секунд нанести удар. Можно экстеншн же брать еще, наверное? Можно, да, можно один экстеншн. Свой в середину? Нет. Нет. А вот сюда? Тоже, тоже нет. Нет. Так, выход Дианы. Ну вот, есть над чем поработать. Есть над чем поработать. Время все-таки поджимает. Вообще время – это очень важный фактор вообще в спорте. И некоторым не нравится то, что бильярд ограничивает во времени, на удар. А я считаю, что это абсолютно правильно. Тем самым приближаемся к спорту, к настоящему спорту. Ну, в снукере, например, там просто бесконечно могут ходить вокруг стола и потом в итоге еще и отыграться. Я так понимаю, что Диана играла с правым винтом, чтобы оставить шара на игре, и... По-моему, закоротила удар. Ну, в общем-то, на блюдечке с голубой каемочкой преподнесла шарик Владиславу.
Да, пока вот эти вот попытки сыграть с выходом, да, как раз они и становятся причиной ошибок, да? Кто я так понимаю, это нервы. Вот кроме как нервами это не объяснить. Видимо, чуть какая-то зажатость, неуверенность. Пока непонятно. Ну, по-другому и не может быть. Еще идет только третья партия, еще не вкатились как следует. Да, да, да. Ну, что да, чужой в середину. Да, здесь, конечно, каких-то вот таких изысках сейчас речь не идет. Сейчас кто играет проще? Ну, в данном случае удар под дни шара, то, о чем мы говорили. Удар да, под дни шара, да, плотный, это да, самая максимальная да, вероятность забить шар. 2-1, Родионов впереди. И сейчас разбой Владислава, сейчас будем смотреть, как он разобьет. А разбой у нас по очереди, да? По очереди, да. И перерыв же у нас еще, да, должен быть? После четырех партий, да, я вот не совсем помню, да. Или пяти. Четырех или пяти, ну, сейчас мы уточним, да. После пяти партий, да, все-таки. А какой был турнир первый, да? Ведь он стартовал. Потом да, был да, перерыв в самое на пандемию. Коронавирусное время. Потом он все-таки возобновился. Ну, поэтому как раз состав-то, может быть, не самый сильный получился из-за пандемии. Кто-то не смог доехать, границы были закрыты. То есть каждый матч был довольно сложно организовать. Сейчас сложно. Состав шире получается у нас, сейчас да? Состав более серьезный. Нет, он не шире. Те же 8 игроков, они более высокого класса. Крыжановский подключился. 12 туров, да, получается? Ну, 13 матчей. 13 матчей. Нет, 13 это финал. Ну да. Я имел в виду. Так, ну вот. Очень-очень важный удар. Пока разбой. Нет. В тот раз перенес, в этот раз не донес. Свой встает. Вот свой в отскок, в принципе, с разбоем пирамиды. Но, опять же, как камера. Вот, но по камере вроде как да. А вот отсюда уже нет. Отсюда уже нет. То есть, вот мы видим в левый угол свой, он практически не играется. Ну, свой туда в дальний угол? В дальний, да. Ну, в дальний, во-первых, и забить сложно. От правого борта. А вот в серединочку. Правое верхнее вращение. Свой все-таки в среднее? Но когда игрок играет с вращением, очень важна длина удара. Вот длина проводки кия. И вот тут, если игрок нервничает, он зажимает руку, соответственно, не доводит руку. И получается бракованный удар. Ну, вроде бы ничего не отдала здесь Диана. Ну, игроки такого класса могут забить практически. Ну, подставки нет. Левые умы что-нибудь здесь найдут. Да, подставки нет. Что надо отрывать от кучи, чтобы играть свой в нижний, а вот этим верхним даже шаром. Да. Тоненько. Правое вращение. Вот смотрим, правое сильное вращение. Вот шар крутится и падает. Да, и вкручивается и в лузу. Я с Владом говорил до начала матча и спросил его, имеет ли он у него постоянный стиль игры. Ну, есть вот Крыжановский, ну, понятно, что это атака. Есть там Вайнсвайг игрок такой, он чисто от обороны играет. И каждый игра, ну, каждый стиль игры имеет право на существование. Сейчас посмотрим за ударом, шар в лузе. И вот Владислав сказал, что он играет по ситуации. Он может сыграть как в атаку, так и в отыгрыш. То есть играет по ситуации. Ну, универсал. Сбалансированная игра, да. Да. Интересный удар. Ну, тут надо, кстати, судье смотреть. Тут такой сложный удар. Можно пропихнуть, можно чисто сыграть. Тут надо судье быть очень внимательным. Ну, Юрий Сагайдак на поскольку месте. Если слишком далеко кий пройдет вперед, это будет пропих. Или он... Нет, на сильном, по-моему, играет. Нет, похоже, четко. Четко сильный нижний винт, пропиха не было, иначе бы шар так не пошел. Но сложный удар, очень ну, короткий, да. Такой как укол надо было сделать. Вот. Смотрите еще раз. Короткий и в то же время сильный. Сложно сказать, шар вперед прошел. Очень сложный удар. Еще шар в лузе. Подъедает полянку. Владислав 4-0.
Я еще разговаривал с тренером Владислава, Януш Маркацинский, известный белорусский игрок. Очень хороший тренер, много ребят воспитал. И вот он сказал, что он опасается только за одно, что Владислав не справится с нервами, поскольку у него нет такого опыта выступления в международных турнирах, такого уровня в финальных стадиях. Вот. Но тут ему помогает Диана. Дело в том, что Диана как бы дает ему... Если бы Диана четко реализовывала все свои шансы, я думаю, вполне возможно, Владиславу не так просто было бы играть. А сейчас он уже поуверенный. Да, поуверенный, вольготно. Да. Сейчас очень красивый шар был, да, с верхним вращением, с боковиком. О, с левой руки. Это важно, когда игрок использует обе руки. Нет, ну, вот подвела левая, окаянная. Подвела окаянная. И вот он шанс Дианы. Ну, Диана, просыпайся. В общем, позиция-то непростая, но есть что съесть. Ну, с пятка не... надо начинать. Чужой, да, здесь? Чужой, да. В принципе, если его сыграть с нижним винтом, можно желтый перевести в угол. Но это все очень сложные удары. Мне кажется, у Дианы сейчас такое немножко нервозное состояние. Ей бы чем-нибудь полегче. И... Да чем проще, тем лучше, да, сейчас. Да. Почувствовать игру, забить 2-3 шарика. Ну, вкатиться как-то в игру. Ну, вот какой из них она выберет? Я думаю, что нижний. Нет, верхний. Все-таки верхний. Просто на забой. Ой-ой-ой. Зажимает. Падает, зажимает падает. Руку. Все-таки нервы. Поджимает кисть. Закорачивает удары. Ну да. Середина, да. В общем, я так понимаю, что может быть просто без выхода сейчас будет забивать. Мы смотрим нижний винт, в принципе. Ну, тоже волнуется. Если да, сильный нижний винт, можно в противоположную середину оттянуть биток. Второй подход и снова. Да, это, кстати, сидеть в таком... А времени все меньше. 10 секунд, 6, 5. Как же время быстро бежит здесь, а? Ну, таких прямых штрафов, конечно, нет. Стараются уложиться в 35 секунд, но особо долго ходить не дадут. Ну, раз, два, а потом, я думаю, что Юрий Сагайдак начнет. Ну, предупреду, начнет. Да. Конечно. Предупредят и будут наказывать, конечно. И тоже сыграл без проката, просто наверняка. Да, да. Нет, ну, он оставил себе биток. А ему не надо прокат, у него же шар-то играется. А, тем более он еще и в угол играет. Ну, видно, как нервничать. А ему-то что нервничать? Казалось бы, да? Спорта. Четко реализует. Последний шар. Да, Диане в перерыве надо что-то будет предпринять. Может, холодной водички. У игроков существуют разные методы борьбы. Свою игру нужно. Пока да. Она не показывает, это даже, я не знаю, но это не 50%. Да, но дело в том, чтобы найти свою игру, надо успокоиться. Надо как-то взять себя в руки. Это очень важно. Ну, мне кажется, у Дианы существует масса способов. Сколько турниров она отыграла, сколько она встреч переломила. Конечно. То есть у нее это должно отработано быть. Я просто знаю людей, которые кто-то в перерыве моется очень ледяной водой, кто-то там пьет эту вот, вот красивый удар, да, верхний с верхним вращением, боковым. Ну, это просто это такой классический удар с остановкой на месте. Но я хочу сказать, что мы пока не видим каких-то архисложных ударов, каких-то вот, ну, таких, чтобы прямо восхититься. То есть удары все рабочие, четкие. Но пока ничего сверхъестественного. Задача для Дианы сейчас как-то ликвидировать, да, вот это отставание и уйти на перерыв хотя бы при счете 3-2. Потому да, 4-1 это будет очень сложно отыграть до 6 побед. Может быть, разбой наконец получится. Вот сейчас двоякая задача. С одной стороны, постараться забить, но когда стараешься забить, пирамида довольно сильно рассыпается. Я помню, что Белозеров, Дмитрий, у него такой стиль разбой, что у него минимально рассыпается пирамида, при этом он умудряется забивать. То есть
уникальный разбой. Вот мел. Мел обязательно наносится на клейку, и мел не дает скользить, соскальзывать на клейке шара. Иначе может произойти кикс. Да, иначе может произойти кикс. Поэтому очень важно, чтобы наклейка была в хорошем состоянии, намелена. Вот видно, что Диана как бы работает над собой, старается. Ну, надо найти концентрацию, войти. Конечно, нужно. С другой стороны, не переволноваться. То есть слишком большая концентрация, она тоже в обратную сторону будет работать. Ну, баланс нужен. Баланс. Баланс, да, нужен. Баланс. Везде нужна золотая середина. Так, ну смотрим. Вот но... он, первый разбой. Но при этом не рассыпалась пирамида практически. Первый разбой сегодня. Ну почему, чужой-то в угол точно есть. Согласен, но пирамида-то вся ну, в основном целиком. Главное, как, главное продолжение. Молодец, молодец, взяла все в руки. Молодец. Да, идеальный удар по точности. Просто с верхним винтом, да? Да, да. Так, вот уже и второй шарик исчез, пока мы любовались повтором. Ну, ну что, пошло дело? Игра через шара. Очень неудобная ситуация для игрока. Четко. Нормально. Ну вот ну, теперь ты уже отыгрыш. Наконец-то да, мы увидим первый отыгрыш, по-моему, в этой партии. Следим вот шар только... тоже же по дуге падает. То есть стоило Диане сейчас зажать руку, нет, и шар уже не... Нет, нет, нет. Отыгрыш, закат, конечно. Подкатывает биток. Вот так, назад. Возвращение. Ну, наконец, дождались. Пошла позиционка. Вот, теперь посмотрим. Но я хочу сказать, что Диана сильна в позиционной игре. Хотя проиграла она свой матч в прошлом телевизионном проекте. Как раз слишком сильно ударила. На отыгрыше проиграла матч. Вот, теперь такие пошли стандартные ударчики. Напомним зрителю, после соприкосновения шаров, один из шаров должен сделать два борта. Либо сделать борт и пересечь середину. Вот смотрим, раз борт. Два борта. Если бы сейчас прицельный шар не дошел до борта, был бы штраф. Штраф это, значит, в случае штрафа игрок снимает, соперник снимает шара себе на полку. То есть раньше выставляли на да, стол, да. А сейчас все-таки, наверное, правильно. Уронила мел. Ну да. Диана. Ну ничего, это? Ничего. Что это за знамение? Это мы посмотрим. Ну пока игроки, я думаю... Игроки, люди просто суеверные. А вот нет. Я спросил специально и Владислава, и Диану, есть ли у вас какие-то суеверия, потому что некоторые игроки встают там так, с правой так ноги. Так они расскажут. Нет, так. Ну, нет, рассказывали кто-то. Вот у одного из игроков, сейчас не помню у кого, обязательно позвонить маме перед игрой. Это вот такое суеверие. Такое хорошее суеверие. Ну, для вот. Нормального человека позвонить маме это вообще нормальная вещь. Согласен, нет? Согласен. Вот. Но, тем не менее, ни Владислав, ни Диана, во всяком случае, не признались в наличии таких суеверий. Я знаю, кто-то не бреется во время турнира. Вот он начинает турнир ну, и не бреется. У многих, да, спортсменов, конечно. Поэтому на вот, фарт. Да, 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 да. Поэтому такие есть суеверия. Поскольку фарт – дело такое очень нужное. Опа! Ой, вот дотянулся. Это интересно. Но подбоя не получилось. Но это ошибка сильного. Дианы. Значит, Диана оставила шара на игре. Но все равно закончилось-то неплохо для Дианы, если бы вот этот шар да, подбил всю пирамиду. Бы ударился о пирамиду, вот тогда были бы последствия более серьезные. Но ошибка, тем не менее, была на отыгрыше. Секундочку, что чужой там нашел Влад? Интересно. Да, смотрится неплохо. Есть. Четко. И вот с чего все началось? С ошибки на отыгрыш. Уж если ты отыгрываешься, надо отыгрываться так, чтобы не дать сопернику шанса. А получилось, что два шара отдала Диана. Ну что, неужели чужой в середину? Ну, других вариантов-то и нет, наверное. Ну, да, нацелен. Нацелен Владислав играть на лузу. Четко сыгрывает и очень мягкий удар. Перевод прицельного шара. Выход идеальный. Ну, может, не идеальный. Идеальный, конечно, в самую лузу, но тем не вот менее. Крайне левый шар. Да, 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 да. Должен проходить. Непростой удар сделал Владислав. Да. Это, кстати, свидетельствует о таком психологическом равновесии. Ну, вот такой немножко нижний. Вот немножко нижнего винта. Ну, и вот... на ходу сейчас. Он, на ходу. Да, он и просто по количеству забитых шаров он лучше. Но.
Вот сейчас, в данном случае, этот ход дала ему Диана сама. Положи она шар на борт в отыгрыше, и не было бы этой ситуации. Мы помним, да, с чего все. Ага, теперь уже подарочек от Владислава. А наказание? Но счет 3-3. А был 3-0. Он хотел перевести... Да, видимо, биток в противоположный угол, да. Но не получилось ни то, ни другое. Ну, это отыгрыш. Да, естественно. И прицельный шар выполнил условия отыгрыша. То есть борт, два борта и биток. Он ударился о борт и перекатился в середину. Так. Ну вот прошлые отыгрыши оказались не очень хорошими для Дианы. То есть надо более внимательно, более четко отыгрываться. Поскольку ошибки на отыгрыше на таком уровне, когда играют такого столь высокого уровня мастера, конечно, нельзя ошибаться на отыгрыше. Ну что это? Атака. Провокация просто. Атака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это была провокация. А стоило ли этот шар играть? Сейчас счет 3-3. Но это было очень рискованно. Причем забей, Диана, ничего. У нее ничего, а так отдала. Вот это неравномерный размен фигурами, как говорится, в шахматах, да? Хотела съесть пешку, отдала слона. Ну что, может, на сильном, сильный удар. Да, вонзает шара, но смотрим, что есть. Ну, какую-то парочку там, наверное, можно разглядеть в левый угол, да? Да вот, ну, такая, на нарезке. Нижний винт, сильный удар. Так, опять что-то не понравилось Владиславу. Ну, это хорошая черта, когда игрок не уверен, он встает, заново мелет, подходит, это важно. Взял экстеншн, по-моему, он, нет? Непонятно, что-то судья сказал. Попросил протереть, может быть, шар, нет? Ну, не знаю, в данном случае экстеншн брать смысла никакого нет. Он все равно будет бить этого шара. Четко реализован шар и... Что-то есть там в углу? По-моему, шар на борт лег. Нет, вот еще одного шара. Такие однотипные удары. Но это работает. Да, 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 это работает. Четко сыграно. Ох, какая, по дуге шар пошел. Нижний винт, шар пошел по дуге. Ну, абсолютно расслабленно уже играет. Владислав четко сыгрывает. Своячок правый нижний угол. Да. Да. Левое верхнее вращение. При всем богатстве выбора другой альтернативы. Вот мы смотрим вращение, и шар вкручивается в лозу. И уже в последнем, Владислав. Да, да. Вот было 3-0. Ошибка по отыгрышу, плюс удар через всю поляну, две ошибки партия. Ну, не будем говорить гоп, все-таки это еще не партия, но уже очень сложная ситуация. Так, с левой руки не самый простой шар. Что-то Владислав совсем ничего не боится. Я не уже понимаю. Зачем? У него 7 шаров. Зачем сейчас рисковать? Застрянешь шар где-то в лузе и... Ну, можно бортовой играть в угол, либо в середину. Ну, понятно, что тяжело. Ну, во всяком случае, какой-то такой размеренный удар, желательно с контролем, может, битка, хотя бы один шар проконтролировать. Нет, от уха удар, где чего будет, непонятно. Ой, Диана. Ну, Диане нужно тут собирать уж парочку-троечку-то как-то. Можно здесь, ну, 2-то точно на игре. А там кто знает. Ну, как-то залихватски играет Владислав. Просто без оглядки. При 7 шарах. Но имеет преимущество. Может себе позволить, он думает. Ну, да. Вот Диана накажет сейчас и так. Дело в том, что Диане надо сейчас не просто сыграть шара, а обязательно выход сделать. Ну, просто один шар. Ну, и вот эту пару как-то подбивать нужно, которые бортовых, что-то нужно их как-то пошевелить, чтобы они... Ну, в принципе, удар так и стоит. То есть можно подбить.
Мне тоже показалось, что резко. Ну вот Диане, может, экстеншн надо сейчас взять. Поскольку, ну вот сейчас в этом ударе, наверное, решается вся партия. Неужто в угол будет резать? Да, не самого легкого шара выбирает Диана. Забивает. Без особого улучшения позиции. Пока. Но есть уже как бы на середине шар. Ну вот включила темп. Ну, во да? всяком случае забила пожалее, шара, почувствовала. Начала двигаться вокруг да. стола уже Диана. Да, заметил. Да, 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 да. Я тоже заметил. Просыпается. Молодец. Так. Но. Чуть-чуть высоко подняла шар. Не знаю, играется свой или нет в угол. Мне кажется, свой в угол планировался дальнейшим ударом. А, есть, есть свой. Играет Диана. Не самый легкий шар. Молодец. Вот это да. вот это уже чемпионская игра. Ну, я имею в виду, шар может закусить губки и встать в лузе. Не совсем, ну, вот не это получилось. Уже совсем другая история начинается. А вот сейчас, может, и вот, Гриш, имеет смысл сыграть. Ну, если нет явного атакующего удара, может быть, имеет смысл отыграться, поскольку... Ну, не свой же здесь бить. Ну, а почему бы нет? Еще раз говорю, сложно оценить удар. Отыгрыш. Не сильно? Нет, не сильно. Молодец. Ну вот, наконец-то мы сейчас увидим отыгрыши. Обычно в русском бильярде все наоборот. Было раньше. То есть шла череда отыгрышей, потом небольшой всплеск активности и опять череда отыгрышей. Сейчас все ровно наоборот. Все поменялось. Интересно. Статистику поднять, какова наиболее продолжительность игры в последнем шаре. Я помню, на чемпионате еще СССР играли в русскую пирамиду в последнем шаре больше часа. Больше часа. Но там только чужие же. Только чужие. Очень легко было отыгрываться. И катали, 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 катали. Ну, это... Пока кто-то не поставил в лузу, да? Да, да, да. Как-то, видимо, так. Какая-то роковая ошибка. Так. Неужто это атака? Не верю. А зря. Фантастика. А зря. Вот наконец-то мы уже увидели. Но это очень красивый удар был. Во-первых, ну, что, это... А свой в середину сейчас нет? Нет, свой в середину нет, но очень четко сыграно. Это, это лучший, по-моему, самый сложный да, удар. Это самый сложный удар, что мы видели сегодня. То, о чем мы говорили, что нехватка таких ударов была. Причем там еще и чуть в середину не упал. Ох, видно. Борется с нервами Диана, поскольку ошибаться нельзя. Опа. Попытка сыграть очень сложного свояка. Да. Но тут-то свояк попроще или нет? Очень сложно сказать. Я думаю, что очень непростой удар на правый верхний угол. Есть свой, но мне кажется, он не совсем, он не очень легкий. Посмотреть бы, вот сколько там расстояние от дальнего короткого борта, насколько вот он сюда приподнят. Не, ну, тонкий, наверное. Тонкий, да, получается. Да. Вот мы видим, да? То есть надо дать левое вращение, но и попасть не в полшара, как обычно попадает, а тоненько. Но при этом, когда игрок играет... При этом и биток довольно плотно стоит к борту, к борту вот нет, этому биток, короткому. Нет, биток нормально стоит. Ему удобно руку... Вот мы видим, да? Левое вращение мощное. Но тут очень важна длина прокола. Да, сыгрывает. Как обидно, какую партию тащила обидно. Диана, да? Не надо было свояка сейчас играть. Какую ну, не партию надо. Партию тащила и в последнем. Ну что же, 4-1. При таком счете мы уходим на перерыв и после рекламы продолжим.
Ну что же, напряжение нарастает. Особенно последняя партия перед перерывом была совершенно удивительной. Диана наконец-то вцепилась, да, так по-настоящему. Воспряла духом, да, да, почувствовала. Она преобразилась, шара. Но... Начала быстро двигаться, кстати, темп-ритм поменялся. Да, 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 но все-таки в последнем шаре победил игрок из Беларуси. Ну, напомним, что матч идет до 6 побед. То есть, в принципе, осталось 2 партии выиграть Владиславу. И, в общем, Диане-то отступать особенно уже некуда. Позади Москва. Действительно, отступать некуда. Но напомним, что и если игрок терпит поражение в первом раунде... Он уходит в нижнюю часть сетки. Он не покидает турнир. Нет, не покидает. Просто путь становится длиннее, да? Вообще, конечно, я очень доволен, что, в принципе, проект, второй проект телевизионный, он был, конечно, под вопросом. Непростые времена и финансовые, и коронавирусы. Огромное спасибо Международной конфедерации бильярда, Федерации бильярдного спорта России. Лично Павлу Николаевичу Завальному, да, который принял огромное участие в том, чтобы этот проект состоялся. И сейчас, ну, я думаю, тысячи любителей бильярда с удовольствием смотрят и наслаждаются игрой мастеров. Поэтому... Но это архиважно. Для бильярда телевидение – это единственное спасение. Вот мое. Я просто вижу, как за последнее время, конечно, бильярд немножко угасает. В каком плане? Меньше турниров с большими призовыми фондами. Я помню, еще лет 5, наверное, назад было порядка 10 турниров-миллионников с призовым фондом больше миллиона. Была даже идея объединить их в единый Кубок мира с рейтингом, с суперфиналом. Ну, действительно, 10 турниров по миллиону. А сейчас по пальцам пересчитать Кубок мэра, Кубок Москвы. Ну, то есть, Савиди. Ну, осталось 3-4 крупных турнира. То есть, конечно, просадка идет. Я верю в то, что бильярд выживет и поднимется на другой уровень. И это один из шагов, да, в этом направлении. Ну, вот. Итак, разбой Владислава Родионова. Он впереди 4-1. Но Диана уже почувствовала вкус забития шаров, уже такая уверенность. Единственное, вот это последний незабитый шар, вот как бы он такую роль неблагодарную, плохую роль не сыграл в психологическом состоянии Дианы, но не знаю. Но мне... Эту партию нужно брать обязательно Диане, тут даже вопросов нет никаких, тем более, что и разбой получился благоприятный. Нужно раскрутить здесь эту историю. Эх, неудобно бить, но пластики Дианы не занимать. Мы видели, да, какие сложные на ситуации. Молодец. Все, дело середина пошло. Выйдет. Довольно медленное сукно. Почему-то раскат не очень сильный. Но на самом деле сукно, вот одно и той же марки сукно, а катится по-разному. На это влияет, насколько оно натянуто, влажность помещения, температура. Это все влияет. Молодец, под боем сыграла. Вот сейчас очень хорошо сыграла Диана. Шариков 5 бы надо здесь собрать. Побыстрее задвигалась. Неужели в середину ничего там нет? Пока, и опять тянется, да? Пока нет, но здесь и опять есть. Тянется. Так, четко реализует. Но она стала как Владислав играть. На нижнем винте, четко, без лирики. Упростила. Да, просто на забой. Но, в принципе, сейчас ситуация такая и есть. Что зачем тут да, чего мудрить-то, да? Да, сильного нижнего винта дал, где-то что-то подобьется, шаров много. Вот сверху кажется, да, что вот среднюю лузу, но очень легкий свояк, а на самом деле его там нет. Чужой в угол выбирает снова. И снова точно. И подбой и вот в середину. Подбой, да. Ну тут уже серьезные перспективы. Надо забирать партию. Да, соперника тут уже к столу лучше не подпускать и заканчивать. Еще шарлузи. В противоположную середину. Да, да, да.
Похожий удар предстоит выполнить Диане. Ну уж больно комфортный счет для Владислава. Нет, чужой все-таки она хочет. Может быть, с остановкой будет играть. Либо чуть-чуть вперед прокатить. Да, вот так вперед. Но не совсем так. Не совсем так хотела Диана. Ну что, 6. Оп. Оп. Ну, это случайный, да, вариант? Ну, она играла над Галуза. Но считается. Считается. Нет, конечно, в момент удара Диана рассчитывал. То есть, конечно, внимание на чужого было, но свой тоже рассчитывался. Ну, немножечко удачи здесь было, тем не менее. И выход. Тем не менее. Выход уже не нужен. 4-2. Ну. Забоявилась, как говорят, забоявилась. И то ли еще будет ой-ой-ой. Сейчас будем смотреть, как поведет себя Владислав. Занервничает, не занервничает, как это вот будет выглядеть. Но 4-2 все равно комфортный счет. Счет в его пользу. Вот 4-3, это уже будет уже такая... А уж 4-4. А 4-4. Ну, посмотрим. Ну, надо сказать как раз про бильярд, что бильярд только-только-только сейчас выходит из коронавируса. Начинаются соревнования запланированные, региональные соревнования, знаю, начинаются. Вот, к августу уже будет и чемпионат России, чемпионат мира. Сейчас в марте пройдет чемпионат России по пулу, то есть потихонечку начинаются соревнования. Так что стало полегче бильярдистам, а то уж совсем тяжело было. Ну, спокоен, спокоен, с виду. Владислав. Вот я думаю, когда-нибудь... Разбой Дианы, да, сейчас? Да. Вот сразу. Опять что-то не понравилось Диане. Надо прибить уже эти шары, наконец. Да, на самом деле, это легкого удара. Небольшой ударчик сверху и такая, как вмятинка получается, сукне. Ну, не, это сукно от этого не портится, ничего, но шар плотно прилегает к другому шару. Такая маленькая хитрость судейская. Главное, не молотком. Так. У Дианы уже был один удачный разбой. Был, был, был. Она его почувствовала. И второй. И вот снова. И парочка в угол мы видим, в левый верхний. То есть с нее можно раскрутиться. Не торопится Диана бить. Внимательно, ну, все, посмотрела. Вошла в режим. Вот. Робота-убийца. Ну, сейчас посмотрим. Вот какой, какой удар? То ли с верхним винтом подбить пирамиду. Ну, я, к сожалению, резку не видно. Поверх шара играет. Да. Нет. С левым винтом попытка вернуть в правый нижний угол. Не совсем. Если бы побольше боковичка, он бы вернулся шар. Вот мы смотрим. Левый вид. Вот побольше были. Ну, винт практически не получился. Как изменилась, да, Диана до перерыва и после, да, практически это уже другой человек. Так, опять навинчивает удлинитель. Так. Какая-то даже растерянная она была. Вот да, да, вот что-то было такое. Но вот сейчас... Никаких сомнений у нее нет в том, что она делает. Еще и левой рукой придется играть. Правда, приличную фору, конечно, дала Владиславу, но... Это отыгрывается. Диана разные матчи выигрывала, да. Не просто забила, а еще попытка с выходом сыграть. Но... Сильно, но... да, все-таки перевела. Но все-таки левая рука. То, что забила, это уже хорошо. Да, насколько важно психологическое состояние, да, бортовой будет бить вот этот? Но он не бортовой, он давится, шар сильный. Я думаю, сильный нижний винт, левый. Да, вот. Есть. Еще и подбой пирамиды. Не шикарно. Очень удачно. По-моему, верхняя пара там вот от остаток пирамиды как говорится, смотрит в угол. Как говорится, бывает и лучше. Но, тем не менее, шар в лузе.
А, вот такой мощный винт. Да, 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 парочка. Да, да, идеально. И прокат вперед. Ну что, очень хороший удар, очень хороший. Смелый удар, смелый. Давненько Родионов к Владислава столу... мы не видели, да, у стола, к столу, да? Не подходил. Ну это вот сейчас территория Дианы. Ах, чуть-чуть перекатило. Он, тем не менее, шар играется, я так понимаю. Там и чужой дожидается ведь. Нет, вот так даже. Молодец, молодец. Ну, сейчас тем более. Молодец, молодец. Ну что же, стало еще интересней. Вторую партию с Кияна, да? Да. Делает после перерыва. Да. Как все быстро меняется в этой игре. Владислав уже замерз, да. Сидя в углу, потирает руки, греется. Да. А сейчас еще и разбой его. А сейчас разбой, а он холодный. Ох. Сейчас посмотрим. Ну как-то да. Уж чересчур серьезно, Диана. А, все, а может так и надо. Шутки кончились. Шутки кончились, да. Так, тоже потирает руки. Прохладно в зале. Да и на улице сегодня. Спортивная обстановка. Морозно. Зима пока еще не отступает. Интрига закручивается все с большей силой в этом первом матче Кубка чемпионов по свободной пирамиде. Да, 4-1 и 4-3 – это разные вещи, как говорят в Одессе. И не только. Ну что? Разбой Столярова. Посмотрим. Родионов. Оп, есть. Вот это да. Проявил. Проявил. Морально-волевые. До середины не доходит. Первый удачный разбой, да, Родионова? Да, первый разбой. Причем пирамида довольно сильно рассыпалась, но такого, чтобы прямо совсем легкого шара, не видно. Торжественный обход стола. Круг почета? Да, зачастую, кстати, игроки обходят не для того, чтобы убедиться там, посмотреть, а просто, чтобы сбросить вот напряжение. Вот такой свой находит. Ну, сейчас смотрим. Правый винт. Мощное вращение и... Отлично. Шар закручивается. Технично, в угол. Да. Ну, кстати, удар сложный выбрал. Сложный выбор. А вот сейчас стандартный же таких, по-моему, вообще не мазал, насколько я помню. Ну, короче, большинство таких ударов... Нижний винт сильный. И, кстати, подбой пирамиды идет. Ну, не пирамиды, а остатков ее. Да, мощный нижний винт. Задевает шара. Но нет, в середину нет. Ничего не будет. Может быть, свечка в середину сыграть. Сложно оценить угол отскока. А вот можно было и поудачнее, да? Чуть-чуть дальше попасть, и шар бы ровно в середине встал, ну, самый. Губку задеть в середину как-то. Так. Бортовой. Свечок. Есть свечок. Непростой болт. Там
Нужно было отрывать шар. Вот какие качели у нас. Только что Диана стояла у стола. Забивала шара за шаром. Теперь Владислав. Молодец, не растерялся. Забил. С разбоя. Сумел, да, сумел после такого простоя, да. Включиться. Да, две партии отсидеть. Это непросто. Шарик важно не зацепить, а он мешает немножко, да, лечь там да, на стол. Если не задеет. А тут-то пара почти прямая стоит. Если заденет одеждой шара, это будет штраф. Поэтому надо очень внимательно играть, аккуратно. Ну и судья должен смотреть. Вот судья сейчас должен внимательно смотреть. Шар-то под игроком находится. Ох, какой хороший удар. Думал, опять с оттяжкой будет играть. Нет, прокат вперед. Ну, не такой сильный получился прокат. Да, удар не получился. На самом деле он хотел дальше прокатить. То есть верхний винта чуть сильнее хотел наката дать, чтобы шар пришел в самую лузу. Не получилось. А чем играть-то? Но, тем не менее, шар в лузе. Счет довольно угрожающий для Дианы. 5-0. Если Владислав выигрывает эту партию, счет 5-3 до 6 побед, это будет очень сложно отыграть. Чисто психологически даже тяжело ну будет что, играть. Если вот этот чужой сейчас не пойдет, тут шума-то будет много. Сейчас посмотрим. Вот, о, пожалуйста. Да. Вот и пожалуйста. Ой, еще шар застрял в угловой верхней лузе. Ну вот при счете 5-0 надо такие удары делать? Это было очевидно. Это было очевидно, что тяжелый шар, а последствия... Странно, должна же быть какая-то стратегия, тактика. Ну, счет 5-0. Зачем такой удар делать? Ну, видимо, такая уверенность, и хочется забивать дальше, и остановиться ну, уже нет, невозможно. Хочется быстрее выиграть, я понимаю, но... Теперь можно проиграть. Ну, конечно. Все шары на игре. Сейчас Диана скатит. Нет, остановочка на месте. Вот так чуть-чуть вперед подкаточка. И мы не забываем, что в левом верхнем углу еще шар стоит запасной. Ну, тут дел полно. Так, все-таки вот этого шара, вот этим шаром играет Диана. Посмотрим, где будет биток. Идет в угол. Все. И второй шар идет в угол. Все будет хорошо. Ладно, практически на борт лег. Ну, должен играться, да? Да играется, даже сомнений нет никаких. Должен играться. Ну, желательно не просто сыграть, а еще наиграть себе, то есть на таком плотном ударе, чтобы вот так вот оставить еще. Ах, на борт шар лег, а? Нет, играется. Все не лег на борт. Все здесь прекрасно. Тут перспективы шикарные. У Дианы. Такой шар с легкостью. Можно... Диана достает. Что, не хочет? Нет, не будет все-таки. Не, ну шар луза надо всякое его сыгрывать. Так, сыгрывать. Ох, какой верхний винт интересный был. У меня такое ощущение, что... Ну, я так понимаю, что не хотела портить вот эту пару. Дала сильный верхний винт, чтобы шар не вышел, не испортил пару, которую вот сейчас бьет Диана. Поскольку уже готовый шар на игре был, нельзя было допустить, чтобы его испортить. Так. Свой. Я думаю, хотела на чужого оставить. Хотя чужой тоже проглядывается. Сейчас посмотрим. Ну, не совсем довольно, да, видно было. Уже сравнялись же, да? 5-5, да? 5-5. Да, 6-6 да. Шаров на поле. Счет 5-5. Неужели левой рукой? Мне кажется, это очень большой риск. Еще и удлинитель. А, нет, просто. Просто глоток воды. Так, но время. Судья и подсказывает, что время. Ну, с другой стороны, можно... Мы, кстати, ни одного экстеншена не видели. Вот сейчас-то можно было бы взять экстеншен. Ситуация сложная. Левой рукой, ну надо же. Ну, выбирает игрок. Как говорится, ей виднее. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но это был ее выбор. Расстроена, видно. Трудно сейчас справиться с эмоциями.
очень рискованное было решение. Ну а чем ответит Родионов? Свояк. В правый нижний угол. Левое верхнее вращение. Немножко по дуге. Ну, такой шар-то рабочий вообще. Рабочий, рабочий. То есть, в принципе, должен забить. Эх, и не забивает. А нервы-то не железные. Ну и теперь качели. Теперь ход на стороне Диане. Хороший, хороший шар стоит. Чужой в угол налево. Да. Но еще можно, если хорошая резка, еще можно от трех бортов биток вернуть в эту же лузу. И Диана знает и умеет эти удары делать. Вопрос. Правый нижний вид. Чувствует ли она раскат стола настолько? Ну, сейчас главное. А, нет, нет, другой удар. Другой удар. Туда же, еще один чужой напрашивается. Нет. Да, нервная игра пошла. Очень нервная. Но Владиславу отыгрываться только остается. Ну, может, он и найдет, что сыграть, но, в общем, явного ничего не стоит на игре. Диана не садится. В отскок будет играть. На сильном. Сильный удар с винтом на лузу. Это вообще реально? Это, да, это реально, но надо учитывать, что это очень важный момент игры, и стоит чуть-чуть руку поджать, и все. Поэтому шар-то реальный, но... Это такой удар веры, да? Нет, он вполне игровой удар, то есть, но другой вопрос, что... Да, сложный момент очень матча. Процент попадания. Я хочу сказать, повезло еще Владиславу, что шары-то так встали. А что, со свой разве не будет играть Диана туда? Нет, играть-то будет. Я имею в виду, что ничего к лузе не встало. Свой играется. Конечно, четко. Конечно, четкая реализация. Вот и... здесь, а даже и не надо подбоя. Ну, счастье еще никто не отменял. Очень важный шарик. Упал. 4-4. Это то, о чем мы говорили. Камбэк. Оно свершилось. Камбэк, Диана. Камбэк. Мироновой. Ну, я хочу сказать, что и Владислав-то молодец. Он же проявил бойцовский качество, забил с разбоя шара. Вот единственное, он, конечно, тогда чужого сыграл опрометчиво и подставил много шаров. Тут, конечно, да, вот четко. Четко сыграно. Ну и награда. И награда за хороший удар. Так вот тоже бывает. Хорошая очень техника у Дианы. И это только первый матч Кубка чемпионов по свободной пирамиде. Представляете, что нас ожидает дальше? Надеемся, да. Но действительно приятно смотреть такие матчи. 4-1. Интересно, если у букмекеров там были открытые ставки, наверное, ставки на Владислава возросли при счете 4-1 там до немыслимых каких-то размеров, и кто-то скорее, же поставил. Скорее на Диану возросли ставки. Это да, сейчас, да. А когда 4-1 она проигрывала. Да, 4-4, ну, не стоит, наверное, лишний раз говорить о том, насколько важно сейчас забить шара. Честь и хвала. Ну, она наладила. Честь и хвала. Разбой, да. Ну, все наладить разбой очень сложно, поскольку это очень сложный технический элемент, и постоянно но забивать. Она каждый раз уже это делает. Да, да, ну, молодец, в какой-то молодец. Момент она почувствовала, и больше уже не... Может, привыкла к сукну, сукно новое. Поэтому к ней, к сукну надо, конечно, привыкнуть. Четко. 2-0.
3-0. И шар катится в угловую лузу. Но не застрянет. Ну так, наверное, не очень, да? Чужой давится, не давится, непонятно. Ну, сейчас увидим. Если давится, то... Вот, вот смотрим. Угол острый. Угол острый. Очень плотный удар надо делать с нижним винтом. Забивая Диана. У Дианы сейчас уже падает все абсолютно. Владислав Родионов понимает, куда он попал. Нет. Ошибка. Не покорился шар Диане. Ну что, Владислав, надо показывать бойцовские качества. Но вариантов, а не на чем? Вариантов для этого нету. Не на чем показывать, да. Сейчас уже каждая ошибка может стать роковой. Если в начале партии, это, в начале матча это все еще не так серьезно, то сейчас уже каждая ошибка может стоить встречи. Но, да, тот, кто выиграет эту партию, конечно, получит серьезное вот преимущество. Думаю, сейчас мы увидим самую длинную серию отыгрышей. Штук 5. Как это никто не хотел умирать. Ну, кто-то же должен первым либо ошибиться, либо броситься. Диана играет свой. Да. Бросок. Удачный. И без последствий. Хотя нет, там еще может быть свой даже будет сейчас в нижний левый угол. Как изящно, да? Очень красиво. Очень красивый удар. Надо сказать, что и у Дианы, и у Владислава есть одно общее. Это... И Диану, и Владислава в бильярд привел отец. Диану 8 лет, и Владислава 12. Так, перевод борт, порт. Довольно сложный отыгрыш. Она как бы предлагает сопернику, давай, бросайся. Такой провокационный удар. То есть свечка-то можно играть, но... А нет, не стал. Отыгрыш. Ну что, уже почти по 5 мы увидели. А, нет, Диана же сыграла. Сейчас очередная, как это, отчет пошел по новой. Отчет пошел по новой. Да, Владислав еще какие-то 30-40 минут назад, да, выглядел хозяином положения. Да, да, 4-1. Сейчас он уже жертва. Невысоковато. Ой, не очень уверенный удар, да, это можно назвать ошибкой. Закончится ли она шаром или нет, непонятно, но ошибочка. Нет, все-таки недостаточно высоко шар. Хотя свой можно играть. Правый верхний угол? А куда будет играть? Левый нижний? Да, вот сюда. Но этот удар, похоже, с подбоем пирамиды. Это очень опасно. Хотя, наверное, на мягком будет играть. Да, мягкий удар. Но подбой, тем не менее. Да, раскрылась. Раскрылось. Вот такие разбои тихие, они наиболее эффективны. Когда бывает сильно разобьется, шары по бортам раскатятся, ничего нет. А вот тихо задеть, и образуются так называемые парочки. Вот одна из них сейчас стоит в левый нижний угол. Да, у Родионова появляется возможность здесь. Ну что, накатывать будет? С прокаточкой вперед? Да. Да, прокатывает шар вперед и чуть-чуть сильно. То есть шар-то играется, но продолжать накатывать уже, наверное, невозможно. Чуть-чуть перекатил. Ну вот, нервы. Так,
забить, скорее всего, забьет. Где окажется биток? Ага, перевод в противоположный угол. Очень хороший удар. Очень качественный удар. И непростой удар. И тут еще тоже можно накатить сейчас ведь. Можно накатить, а можно перевести в противоположный угол. Тут как бы разные варианты есть. Вот он может с верхним винтом сыграть и перевести в противоположный угол, в левый. Вот эти три шарика очень удобно расположены для добивания. Если удастся перевести биток в левый нижний угол, то вот мы смотрим, да? Будет переводить. Желательно правое верхнее вращение. Правое верхнее вращение, и тогда шар пойдет в противоположную лузу. Да, вот оно, вращение, и шар идет. Чуть-чуть не доходит. Нет, очень неплохо в результате встал шар. Вот нам бы показать ось. Ну вот, видимо, прямой удар. Остановка на месте. Или подкатка вперед. Сейчас посмотрим. Да, прокаточка вперед. Ну, пока все очень хорошо. Что, свой, наверное, тут? Ну, и свой, и свой, и чужой. Какой выберет Владислав? Я думаю, чужой. Чужой, мне кажется, вероятность забития гораздо больше. Свой все-таки может и застрять при случае. Да, выбирает чужой. Вот опять же смотрим за битком. Где окажется биток? Я думаю, что будет какой-то выход играть. Вот шар катится и пошел в угол. То есть это запланированный выход. А мог и упасть. Но не очень хорошо. Да, чуть-чуть сильновато. Но очень сложно рассчитать. От двух бортов с боковым вращением. Но удар хороший был. Так, опять чужой и опять насильно. Неужели не учит история? Да. Нет, все-таки передумал. Так, вот такой чужой. Тяжелый. Есть шар. И поднимает под свояка. Ну, вот свояк такой. Ну, вот отсюда нелегкий. То есть свой играется, но он такой нелегкий, скажем так, рабочий. Секундочку, а Владислав уже в последнем шаре оказался сейчас. Ну да, серия. Ну что, правое вращение, мягенький ударчик. Сильное вращение, мягкий удар и шар в лузе. Вот это качели. Вот это качели. Давайте переведем дыхание. Надо и перевести. После рекламы это продолжим. Точно. Это точно. Ну что же, 5-4. И мы помним, что в прошлый раз Владислав четко разбил. Но я напомню забился вам, как развивались вообще события. 4-1 к перерыву в пользу Влада. По 4 делает Диана. И все-таки... Выходит вперед, забивает. Ведет 5-0. Да. И тут 8 с кия кладет ее соперник. И счет 5-4 Диане. У Дианы нет права на ошибку в этой партии. Дадут ли ей ударить?
Все может быть. Я не хочу показаться предсказателем. Такая ситуация была. Я даже не сомневаюсь, что будет контровая партия. Мадаминов-Володин. Когда Володин вел, ошибся, Мадаминов добрал эту партию, и Ския ему сыграл с разбоя. Помню, помню. Поэтому все может быть. Это было как раз открытие. Да, 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 да. Первого. Нет. Даже близко не попадает. Причем реально даже близко не было. Ну что, желтого забить для начала, для разминки, или парочку в нижний угол правый. Все-таки парочку, нет? Ну, желтый куда? А, свой. Свой, ну, направо, да, 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 да. Нет, начинается парочки. Будет ли выход или просто? Была, наверное, попытка подбить пирамиду, не получилось, но шар выкатился к середине. Ну, это так, на перспективу. Ну да, шар на середине — это уже плюс. Хотя, с другой стороны, уже возрастает цена ошибки. Раз шар на середине стоит, стоит ошибиться, значит, скорее всего, на середину будет игра. Диана его и уберет сейчас. Ага. Насколько пластично Диана, да? Таких шаров достает. И забивает. Очень неудобно же бить. Ну вот и желтый, теперь его очередь. Ну, это называлось стрельба с положения лежа, да? Что, желтого? Ну, это, по-моему, самый очевидный вариант. Но будем смотреть за битком. Будет ли выход? Просто забитие или выход? Вот, перевод. Перевод в угол. Подбой. Перевод и подбой. Подбой. Ну что, свой играется. Свой-то есть, да. Опять с левой. С левой. Я уже боюсь ее, этих ударов с левой. Нет, все-таки. Ну, свой-то гарантированный, свой. Конечно. Ну, свой. Хороший. Не гарантированный, но хороший. С подбоем пирамиды. Ну, так. Ничего явно стопроцентного нет. Есть свой в угол в левый. Да, наверное. Итак, правое вращение. Скорее всего, верхнее. Ну, неважно, важно. Правое. Оп! Не было вот этой дуги. Произошел прямой отскок. И шар застрял. Чуть-чуть зажала руку. Зажала кисть. Ну, что? Ну, как говорится, все карты сейчас на руках у Родионова. Ну, с этой ситуации проглядывается 2-3 шара, не больше. Я не знаю, если Владислав сможет больше забить, ну, честь ему и хвала. Сейчас все от него зависит, насколько четко он будет играть. Ну, вот первый удар уже такой. Свой-то там играется? Ну, если свой играется с подбоем, вот остатки, очень сложно по отскоку, непонятно. Тем более левой рукой нужно играть же. Или все-таки правый он сможет дотянуться? Нет, дотягивается. Дотягивается. И подбивает пирамиду. Если забьет, будет подбой пирамиды. Нет. Нет, мимо. Как он мимо пирамиды дал? Ну, это надо сказать, Диане повезло. Попади сейчас в пирамиду и... Ой-ой-ой. Все бы раскатилось. А так, ну сколько? Мы прогнозировали 3, да? Пока 2. И третий под вопросом. Ну, подбой был бы, конечно, катастрофой. Причем для... нет мысли отыграться. Только на лузу. Нету. Сглазил. Тут же отыгрался. Какие странные решения, да, принимаются иногда? Да, бывало гораздо сложнее шары он бросался, а тут вроде как и можно было бы сыграть. Отыгрался. Это Но... такая игра умов, да, начинается уже? Игрокам виднее. На то они мастера. Ну, сейчас все больше и больше будет ударов по отыгрышу, потому что цена ошибки возрастает. Так, хороший отыгрыш. Ну,
Но мы помним, когда прошлое. Ну что, свой сыграет? Или отыгрывается? Сейчас увидим. Сложно сказать. Нет, играет. И как играет? Но проходит среднюю, так что без последствий. Но все равно молодец. Да, да, да. Боковое вот правое сильное вращение, да, боковое верхнее. Шар немножко по дуге пошел. Отыгрыш. Отыгрыш. И на середину короткого, да? Вот самое безопасное место вот там, середина короткого. Так, что придумала Дианов? Неужели удар по лузе в середине? Не-не-не, перекат середины. То есть еще раз напомним зрителям правила отыгрыша. После соприкосновения шаров, один из шаров должен сделать два борта, либо сделать борт и перекатиться в середину. Либо, соответственно, наоборот. В данном случае после соприкосновения прицельный шар пересек среднюю линию и коснулся длинного борта. То есть условия правильного удара были выполнены. Это отыгрыш. Но такой отыгрыш не лучший. А может, провокационный. Не знаю. Но чужой стоит. Чужой, да, будет. Вдаль. Диана будет его играть. Почему нет? Ну, потому что на коротком... будет играть на сильном ударе. Если не забьет, то непонятно, где что будет. А вот, пожалуйста. Ой-ой-ой. И? Ну, такого, чтобы стопроцентного ничего не стоит. Ну, сильно ошиблась Диана. Там сантиметра три. Через шара бить неудобно. Ну, может, сейчас возьмет экстеншн. Мы хоть один экстеншн увидим. Сейчас ситуация, это очень важная. Похоже, решился все-таки на какой-то удар. Нашел цель. Но сюда вниз, в угол налево. Видимо, а да. Что, чужой. Но... какую? Вот эту короткую парочку? Но она на такой резке не очень удобной стоит. Так. Вот так. Ох, вот такого вот. Ну, смотрим. Четко. Точно. Четко реализован удар. Ну что, вот еще парочка, еще одна стоит. Налево? Да. Проходит? Нет? Невозможно понять. Я думаю, что он будет бить вот верхний. Два шара, вернее, нижние в данном случае, да, вот эти. Я думаю, что просто на забой будет бить, без лирики. Да, просто забивает с подбоем, а там что-то где-то может встать. Но не встает. Напряженно смотрит Диана. Она понимает, что критическая, каждый, да, удар сейчас на вес золота. Каждый Влад тоже волнуется. Ну, как же тут не волноваться, конечно. Сколько сейчас знакомых, сколько родственников смотрят. Что выбрать, болеют в этой ситуации? Ну давайте, хоть один экстеншн. В середину? Своячок. Неужели? Железные нервы. А будет наказание? Будет. 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 Вопрос объем этого наказания. Да, да. Ну, как минимум два шара, а то и больше. Уж больно хорошая позиция стоит. Правда, шар не прямой, а на резке стоит, поэтому тут вот в серединку, боюсь, двух-то не сыграть будет. В угол тогда нужно свой, да, скатывать. Перевод в угол может быть. Я не знаю, если уж совсем тихо дотронуться и оставить шара, ну, не знаю, сейчас посмотрим. Все-таки даже не в угол, а назад в середину. Нет, неудачно. Неудачно. Ну, хотя шар в угол стоит, я думаю, достанет Диана. Ой-ой-ой-ой-ой. Экстеншн, теща. В ход идет все. Очень непростая ситуация.
Технически очень сложный удар, а когда такой счет, да в такой ситуации. Вообще это целая наука, конечно, игра с тещей. Нет, не сыгрывает Диана. Но шары встают так, что прямо уж подставки нет. Свой в угол свой, направо? Да, в дальний угол направо. Я думаю, пожалуй, да. Я думаю, да. Не самый легкий шар, но... И он не понравился Владу, по-моему. Нет, он ходит, сбрасывает вот это психологическое напряжение. То есть не может сразу подойти ударить, надо скинуть напряжение и более спокойно ударить. Длинный удар, левое вращение. Нет. И шар не падает. И где он встанет? И не докатывается чуть-чуть до лузы. Но играется чужой все равно. Да, не факт, может и свой. Чужой-то очень сложный, с борта надо бить. Ну, мне кажется, да, чужой, да, чужой, да, более перспективный. Отсюда вот, да, с этой точки, да, чужой. Но с борта очень неудобный удар. Нет, 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 нет. Владислав не ожидал, по-моему, даже, что сейчас будет прощение, его, да, очередь. Да. Широкая трудовая амнистия, как говорят. Амнистировала и сейчас ничего Диана. Нету. Опять свой? В правый верхний. Попытка номер два. Или в серединочку. В середину Влад любит играть. Вот в середину можно сыграть. Но, правда, нет. Вот отсюда нет. Тонко и резко очень получается. Реально, ну да, нет, реально он резко другая. Он, все-таки он, верхняя он любит, камера. Он любит эти шары. А она... И они ему не даются. Но Владислав продолжает и продолжает. Да, да, да. Но напряжение сумасшедшее, конечно. Просто 5-5, да, сейчас? 5-4 большой счет по партиям. Да. Вот, как говорится, шар на вес золота, вот. Ну что, чужого? Да. Ну что? При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Момент истины. Свой от двух бортов еще пойдет в угол. Пошел в угол свой от двух бортов и... Тут серединочка. Подбой, середина. Да. Там свояк, да, наверное? Похоже на свояка. Да, похоже на свояка. Хотя и чужой вот отсюда видно. Причем так шар стоит, что можно забить, еще и выход сделать. Шар в лузе и... Да, улучшает позицию. Прямой в угол. Прямой в угол. Торжественный обход вокруг стола. Забегание. Как мы уже знаем, это чтобы скинуть вот это напряжение психологическое, которое хочешь не хочешь, накапливается. Ну что, ну накатывать же не будет в этой ситуации. Нет, сейчас надо четко одного сыграть, а дальше уже там по ситуации. Может, конечно, но... Нет. Вот сюда, на борт. Но 7 шаров. Да, это тем аргумент. Это аргумент. Ну, но... серия отыгрышей начинается тогда. Или что, будет давить бортовой? Нет, ну, нет, нет. Это безумие сейчас. Хотя, кто знает. Как говорят, в бильярде 7 не 8, но тем не менее 7-5. Это очень весомая заявка на победу. Давит. Играет. Фантастика. Фантастика. Да. При счете 7-5. Диана должна сейчас этим должно быть, вот должно быть наказание. 100% вот за такие преступления должно быть наказание. А нету. Или ну свой? Как, свой. Свой? Свой. Ну зачем, Давид, при счете 7-5 такой... Ну отыграйся, 7-5. Где Диане три шара найти? А вот сейчас-то как раз можно найти. Очень странное решение.
Ну, мы видели, один шар застрял такой у Дианы, поэтому надо очень четко сыгрывать, да. И возвращение. Возвращение шара, возвращение. Возвращение. Так. Ну и забить этот с выходом, с выходом переводом вот туда, под тот бортовой. Ну, на самом деле, главное сейчас забить. Перевод это уже будет, не будет, дело десятое. Сейчас самое главное забить. Сейчас мазать нельзя. Ну, Владислав, ну, Владислав. Может, это какие-то такие варианты джентльменства? Не хочет отыгрываться. 8 марта? Ну, я не знаю. Ну, как еще объяснить такой удар? Еще не закончилось. Есть. И перевод. Очень хороший удар. Очень хороший удар. Очень хороший удар. Под свой? Ну, под хотела, чужой? Конечно, Диана хотела в самый угол поставить, но тем не менее. Чужой здесь. Да, может и свой. Еще раз говорю, картинка искажается с верхней камеры, чуть-чуть есть искажение. Мне кажется, свой играется. Так как сейчас стоит, вроде как нет, но вот с какого-то вот, с этого, нет, свой, конечно, не играется, да, чужой. Не самый легкий, но... На тонкой резке. Но, нет, не сыгрывает. И вот теперь смотрим, где что встанет. Ну что, свой, правый нижний угол. Вот это качели, вот это качели. Или чужой. Не, ну чужой это безумный. Свойчок, наверное, ну, все-таки. Свой не менее безумный здесь, кажется, уже. Ну, в конце свой проще. Такой партии. Нет, свой проще. Левый нижний угол, скорее всего. Я думаю, наверное, просто верхний вид. Может, даже без боковика. Нет. И в угол шар идет. Шар идет в угол. Идет в угол. Повезло, мне кажется, сейчас. Владиславу очень сильно повезло. Ну и ни туда, и ни сюда. Ну отыгрываться нужно сейчас-то, Диане. Я не понимаю. Похоже, свой наверное, играется, но очень невероятным ударом. И смысла, наверное, особого нет. Это удар... А другой вопрос, как отыграться? Ну, Диана, что, не разберется здесь? Неужели играет по лузе? Нет, отыгрывается. Игра. Фантастика. Фантастика. Ну вот как не сказать. Некоторые говорят, сколько ты слов говоришь фантастика, а какое еще слово сказать на такой удар? Итак, ждем контровую партию. Чем бы все это ни закончилось, но первый матч
Кубка мира по свободной пирамиде уже точно получился. Контровая партия в матче Дианы Мироновой и Владислава Родионова. 5-5. Не забивает Диана с разбоя. И все шансы у Владислава. С трудом. Но шар все-таки в лузе. Самый простой шар выбирает Владислав. И последствия в случае промаха. Самое страшное — пирамиду сейчас подбить. Да. А вот с этого удара как раз пирамида и подбивается, если он не забьет. Ну, если и забьет, то тоже. Тоже как тяжело падают шары. Шикарный шары, удар. А? Шикарный удар. Тяжело. Шикарный вышел на среднюю. Все шансы сейчас у Владислава. Спокоен, как мамонт, а? Молодец. Молодец. Вот то, за что боялся его тренер, что все-таки он не выдержит вот этого напряжения телекамер, зрителей. Он более чем справляется. Более чем. Более чем. Еще раз напомню. Владислав — воспитанник Януша Маркацинского, известного белорусского игрока. Думаю, сейчас Януш прильнул к экрану и пьет валидол. Не то слово. Правое вращение видим. Шар в лузе. Можно давить там как раз с правой руки. Можно, можно. Вот таких любит, да. Таких любит Владислав. Давить. И сильная оттяжка, скорее всего, будет. Сейчас смотрим на биток. Вот, под низ удар. И мощная оттяжка пошла. Смотрим, смотрим, смотрим. Катится, катится, катится. Ну и подбил шара. Подбил шара не в самую лузу, но близко. Или своячок, или чужой, да? Свой, наверное, нет? Не знаю. Это решает. А, вот же чужой. Да, правильно. Вот этим шаром. Сыгран шар. И смотрим на ситуацию. До середины не докатится. Нет, не докатится. Так, в угол коротенькая парочка стоит. Очень неудобно ее бить. Но, похоже, она прямая. И будет ее бить, скорее всего, Владислав. Вот, мы видим эту парочку. Но удар очень четкий надо. Очень коротко. Нельзя провести кий далеко, иначе это штраф будет. Поэтому такой удар. Не самый легкий. Судья должен очень внимательно сейчас смотреть. Но судья опытный. Да, сыгрывает шара четко. И вот уже Владислав Родионов в последнем шаре. Да, один шар отделяет. Вот такая контровая. Владислава от победы. Все, что нужно Диане, это еще один подход к столу. Один шанс. Один только подход к столу. Великолепный матч, великолепный. Но да. Нет. Не оставляет шансов Диане Владислав и выигрывает этот матч. Ну, вот такая развязка наступила в этом противостоянии, но матч, конечно, в целом был просто сумасшедший. Я думаю, что... Респект обоим игрокам. Оба проявили морально-волевые качества. В нужный момент собирались. Диана, ну что там, вытащить матч со счета 4-1, этого многого стоит. Ну и Владислав тоже не рассыпался. В нужный момент показал хорошую игру. Я думаю, что любители этой игры получили огромное удовольствие. Это точно. К сожалению, ничьих, как известно,
в этом виде спорта не бывает, так что кто-то должен был уступить. Ну а для Дианы Мироновой турнир отнюдь не закончен. Она попадает в нижнюю часть, сетки. И мы еще увидим. И там продолжит свой путь, да, и мы ее увидим, и, конечно же, будем болеть. Ну а Владислав достойно сдержал это напряжение. И... Да, и напомню, кстати, зрителям, что каждый понедельник в 22 часа нам матч «Страна». Это будет долгая история. До 31 мая. Финал 31 мая. Так что смотрите каждый понедельник в 22 часа. Очень удобное время. Красивые ударчики. Ну и вот заключительный удар. Красиво. Ну а сейчас интервью с победителем. Владислав, я тебя поздравляю. Это первый твой выигранный матч в Кубке мира. Ты выигрывал с большим счетом 4-1. И как-то получилось так, что счет сравнялся. Что помешало тебе? Или что помогло потом выиграть? Ну, я получил две партии с Кия от Дианы. Стало 4-3. И там сделал пару невынужденных ошибок, которые мог бы не делать. И игра, можно сказать, перевернулась. Стало 4-4, 5-4. Контра. Ну и получилось выиграть. Мешало ли тебе оборудование? Может быть, какая-то атмосфера здесь мешала? Или наоборот, это не мешало тебе? Все идеально. Оборудование, все по нормам, я считаю. Ничего не мешало играть. Отлично, я тебя поздравляю. Встретимся в следующем матче. До свидания. Ну что же, это был первый эфир нового Кубка мира по свободной пирамиде. Вместе с вами матч смотрели Александр Пухленко и я, Алексей Михайлов. Счастливо! Да.